Ой, привет всем. Злая иду, как собака. Приехала сюда, в село. Иду в аптеку. Бонни так лучше не стало. Кучу написали мне лекарств. Вчера что у врача были, сказал врач. Мы перезвоним. 9 часов. Думаю, ну в 9 часов, наверное, только начинает работать. 10 часов. 11 часов. Уже 12 час. Звонка нет. Думаю, позвоню сама. Звоним. Говорим, так и так-то кошке лучше не стало. Так, она мало того, что еще вчера пришли, она покакала. Такие полукакашки у нее были. А сегодня дитё еле добежало до горшка, полностью редко. Можете себе представить? Я расстроена. А он говорит, ой, ну она же, наверное, на улицу, говорит, выходила. Говорю, вы знаете, говорю, она стопроцентная домашняя кошка. Злая, как собака, одни понты. Ой, надо пойти сделать рентген брюшной полости, сдать кровь, сдать мочу. Вот, а потом, значит, на... уже назначить лечение. И хорошо, что мы вчера там вкалывали. Ну, назвал какие-то, какое лекарство. То есть, для укрепления желудка. Я в шоке. Говорю, может быть, ей капельница какая-то надо. Еще что-то, какие-то уколы, чтобы эту инфекцию побороть. Не, надо вот это все поздавать. Одни понты, боже. Вот это... С этими компьютерами, где внесены данные, знаете, вот понты. Так, я пришла. Сейчас. Значит, кулу. Вот, пришла в аптеку. Сейчас. Очередь подойдет. Ой. Бегу на автобус. Вот сейчас в аптеке. 500 гривен. Для Бонечки лекарства всякое купила. Хлеба купила бездрожжевого, что-то захотелось. И лаваш. Ой. Сейчас, если опоздаю, буду 40 минут потом ждать на автобус. Сейчас 8 минут, а он по расписанию в 10. Не знаю, успею я или нет. Село. Дымерка. Вот это такая. Ой. Что? Расстроилась жуть. Не знаю. Никакого настроения не было. А, новый автобус. У нас, видите, ходит. Запыхалась. Может, успею. По селу у нас, значит, транспорт стоит 6 гривен. Ой, хотела на рынок. Там рыночек. Зайти. Ладно, сейчас. Так, сейчас я посмотрю. Успела я чи не? Да, наверное, успела, если люди стоят. Значит, думаю, что успела. Не придется, наверное, мне 40 минут стоять. Ромашки купила. Ромашки не. Тоже пакет не взяла. Положила сюда всякие медикаменты в сумку свою. Эти стекляшки. Слушай, прям не могу. Хочу быстрее домой посмотреть, что дитё делает. Прикиньте, еле сегодня дитё добежало до горшка. Еле добежала она. И, наверное, испугалась возле горшка. В общем, не успела в горшок, а возле горшка. И, наверное, знаете, думает, буду трогать. И такая, покакала же это чуть-чуть горшок и за горшок.
А потом это, под стула такая идет. Видно, что она, знаете, нет у нее сил. Вот, а потом подходит такая, а мы же убрали все, она смотрит. Не ругали. Я не могу. Милый, хороший доктор такой, хороший мальчик. А что мне с милоты ихних? Все в компьютеры, лажу до понтов. Компьютеры поделали. Как раньше без УЗИ лечили. Ничего. Сейчас УЗИ. Так она же даже не покажет. УЗИ даже в брюшной полости она же не покажет, даже если там язва. Ведь она же не покажет. Она там покажет, что есть там, ну, песок, может, в почках. Что там с печенью. То есть, знаете, а в желудке же не покажет, что там. Говорю, такое. Пустота. Бабки вытягивают. Так, ну ладно, сейчас будет мой автобус. Сейчас домой приеду, посмотрим, что Боня делает. Пришла, приехала. Луночка, девочка моя красивая. Как дела? Водички, наверное, нет, да? Очкатая мразь, наверное, опять все мисочки поубирал. Тварь. Ой, не могу. Так что самое интересное, это ж не дешевое удовольствие лечить животного. И так вот, знаешь, как будто так и надо. Охрана. О, водичка. Так, ладно, сейчас зайду. Так, пришла в хату. Бонечка, Ромашечка. Ой. Дети мои дорогие. Как Бонечка наша чувствует, Ромашка? А ну заходь. Заходи, говорю. Ты слышишь, что я тебе говорю или нет? Детеныши. Эти сделали такой шалашки. Маленькая моя. Девочка. Девочка красивая. Бонечка. Видите, лежит дитё, даже не хочет ни шевелиться, ни... Так вот, плохо ей. Кися моя маленькая. Умница моя. Моя девочка любимая. Моя умница. Даже не могу себе представить, чем дитё могло отравиться. Клянусь, даже у меня я не могу себе этого... Я уже такая себя виню, думаю, может, я орхидеи поливала, да их удобряла. Думаю, может, она где-то это слизнула. На подоконнике. Не могу себе даже вообще. Я в шоке. Кому шо, а Ромашки сумки разбирает. Я хлебушек купил. Ты хлебушка хочешь? Маня? Чекулек жрать. А, Ромашечка? Деточка моя, что ты хочешь? И то, и то. Непонятно пока. Что-то достает. Что ты хочешь? Доставай, что ты хочешь, доставай, что там в кульке. Что там в кульке, доставай. Я же вам покажу все покупки. Что, Боня выздоровеет, она тебе сама покажет. Она тебя научит лазить по пакетам. Знаете, знаете, найдем. Вдвоем лазить будем. Вдвоем будете лазить, да. Ой, ладно, буду я, в общем, раздеваться, пойду умоюсь, руки помою. Все. Ничего там нету. Там это хлеб, лаваш и лекарства. Так, все. Ладно. Все, ребята, пожелайте нам удачи, чтобы мы быстрее выздоравливали. Все, пока.